Уважаемый Кирсан Николаевич, вас поздравляют с юбилеем Международной Федерации Гиревых Видов Спорта, председатель правления Надовеевич Евгений Евгеньевич, Международная Федерация Гиревого Триатлона, президент Федерации Левченко Николай Николаевич, Мировая Федерация Гиревого Атлетизма, президент Федерации Гуголь Федор Михайлович. Желаем новых вершин, ярких побед, великих свершений, здоровья, бодрости, духа, удачи. Во всем и везде будьте первым. От тебя желаю. Он дендерен такто вот на ста, баткишта вот на сан санан тюще, так сум бурфа не вяжи, кюнде келюльго, но хат хотулго, улан залата халимуду не ранду дуже, урала не мнакше яуже, зун на сан наследе, мадниге байрульже, алтн юланер гуляю хитн дед бурфа вершетка. Музыкальное поздравление. Яркий калмыцкий танец Ишкемдик танцует Эрнею военном сыр. Уважаемый Кирсан Николаевич, примите мои самые теплые и самые искренние поздравления с вашим юбилейным днем рождения. Позвольте пожелать вам всего самого доброго, благополучия всем вам, вашим родным, близким, наикрепчайшего здоровья вашим родителям. Пусть реализуются все ваши проекты, задумки, планы, пусть будут все ваши самые заветные желания. Всегда с теплотой вспоминаю период работы рядом с вами, всегда было с вами очень интересно, мобильно, ярко. С днем рождения! Добрый день, Кирсан Николаевич. На фоне главного здания 2007 года проходила Олимпиада Сапиноталс, в которой вы построили чудесный городок Сити-Тес. Я вас поздравляю с юбилеем, с 50-летием построения. Желаю вам отличного здоровья, творческой работы в дальнейшем. И мы знаем, то, что вы очень много сделали там для Калмыкии, делаете там для России. При встрече с зрителями МГД, зрители часто вас вспоминают, Вы оставили хорошую память о себе. Еще раз с юбилеем вас. Желаю вам крепкого еще раз здоровья. И чтобы вы нас, Калмыкию, не забывали. До свидания. Уважаемый Кирсан Николаевич, я вас уважаю, потому что вы построили хором. И много-много вы сделали для Калмыкии. И вас поздравляю вас с днем рождения и крепкого здоровья, счастья и благополучия. Процветания нашей Калмыкии.